квартиру ты видела, Вера. И на счет три ты стоишь перед входной дверью Ларисы. Один, два, три. Да, я здесь. Входи в квартиру. И я даю команду по всему периметру квартиры и устанавливаться в одной из комнат. Готово. Хорошо. Кто у нас? Синий дракон. Джин. Джин арахноида. Джин. Арахноида есть? Есть. Арахноид. Дальше. Где этот черт или бес? Кто там? Беса нет здесь. То есть демона. Да, есть бес. Вот. И есть душа неупокоенная. Неупокоенная душа. Светлана. Светлана. Хорошо. Есть две воронки. Две воронки. Все. Хорошо, под воронками открывая портал галактическое ядро. 1, 2, 3. Воронки уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, синий дракон, ты все собрал? Да, он снял платы. Готов уходить? Готов. Хорошо, помню о моих словах. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Джин, все собрал? Да, собрал. Хорошо, ни в эту квартиру, ни к этому человеку ты больше не приходишь. Все тебе понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. И Джин уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, арахноид. Ты все собрал? Всю паутину, все потомство? Да. Готов уходить? Готов. И не пытайся больше ни в квартиру, ни к этому человеку приходить. Все понятно? Да, понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, неупокоенная душа Светлана. Светлана, как давно вы закончили земное воплощение? 3 года. 3 года. А почему сразу не ушли? Что-то случилось? Сколько лет вам было, когда вы погибли? Или умерли? Она повесилась. Ух. Ну, показывает, как она раскачивается. А зачем вы это сделали, Светлана? Она напилась. Она не отдавала отчет? Она плакала. Угу. Затащили ее в петли, да. Сколько лет ей было? 36, что ли? 36. А она где-то рядом жила? Или она пришла по порталу, через портал? Светлана, откуда вы узнали, что мы открываем порталы? Рядом относительно. Рядом относительно, конечно, да. Вам сказали, что мы открываем порталы, да? Она показывает, что есть какая-то как теплота, куда нужно притянуться. Понятно, хорошо. Она искала эту теплоту. Хорошо, вы хотите уйти в чистилище? Да. Светлый портал? Хорошо. Не буду вас больше задерживать. И я даю команду, открывается портал в чистилище, светлый портал 1, 2, 3. И Светлана уходит в этот портал, ее встречает куратор, все ее знакомые, все, кто ее знал и любил. Встречает ее Вера? Ну, ее встречает кто-то, но она в каком-то как тумане темном. Ну да, связано с... самоубийством. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, убрали это. Считай цифры у беса над головой. 8. Бес, а зачем ты кошечку мучила? Вот ты мне скажи сейчас. Как ты считаешь, это хорошо или плохо? Упрямая она. В портал прямо лезет. А что она в портал лезет? Он говорит, закрыт, пытается и смеется, ржет. А что ты ржешь? Кошка сильнее, ты сильнее кошки, и ты, это дает тебе какое-то там преимущество? Ты знаешь, что мне стоит всего 2 слова сказать, щелкнуть пальцами, и ты превратишься в пепел?
Как ты думаешь? Такой злой? Ты да, спросил, потому что, я ответил. Да, потому что кошку ты мучил. Я даю команду на счет три. Появляется тонкая копия Сюзанны, кошки. Один, два, три. Сюзанна стоит рядом. Да, есть. Сюзанна, мы пришли тебе помочь. Что здесь случилось? Расскажи мне. Кто тебя мучает? Портал ее мучает. Портал тебя мучает. Понятно. Хорошо. И энергия находится в ней? Туда чужеродие. Бежит он. Портал мяукает, показывает. Хорошо. Мы закроем сегодня все порталы. Не беспокойся, Сюзанна. Давай ее почистим. В ней есть энергия беса? Да, красная. Она шипит на него. Отлично. Включая внутренний белый свет Сюзанне. Один, два, три. И этим внутренним белым светом она выдавливает из себя все энергии, находясь на чистоте беса. И все негативные и патогенные энергии в ее биополе одновременно. Формируется шар перед Сюзанной. У меня на лапах, как носки беса. Снимаются носки. Все уходит в этот шар полностью до последнего микрона. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Есть. В макушку головы Сюзанны начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии, и частота ее вибрации поднимается до комфортного уровня. Пошли энергии, пошел подъем. Готово. Ей нравятся искристые энергии хозяйки. Нравится. Ну, так да. Она... Может, к ней подходить и получать себя, заряжаться этими энергиями. Сюзанна, так лучше тебе? Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Да, лучше так. Хорошо, Сюзанна, ну покажи мне, где этот портал, который ты хотела закрыть. Поведи меня к нему. Покажи, где он. Это зал, середина, ковер. Отлично, отлично. И по середине ковра... Внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал полностью. Фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Она так смотрит туда, она сделала свое дело. Конечно. Еще что-то тебе мешает, Сюзанна? Покажи мне. Она показывает разбросанные от беса много где... Комки. Комков, да. Хорошо, бес выходит из клетки, собирает все свои комки, одеялки. Если он еще где-то носочки оставил на ком-то, пусть он мне сразу скажет. Если я его второй раз вытащу, я его сожгу. Приступай, бес. Он, подожди, кошка. Да. Она как защищает хозяйку от этих нижних вибраций. Хозяйке надо это понимать. И она показывает, где... Да. Где ее, где комки этого беса? Он очень много оставил, как на окнах, подоконниках. Широкие подоконники. Она просто видит это, она может запрыгнуть, но она знает, что это на хозяйку влияет и на нее вот эту искристую энергию. Хорошо, бес это все собирает сейчас, я жду. Но он собирает. Конечно, он собирает. Ему уже не смешно? А вот кошечка-то закрыла портал, а, бес? А с тобой вопрос еще не закрыт. Он собрал все. Хорошо. Все собрал. Больше ты в эту квартиру никогда не придешь. Я все здесь запечатаю полностью. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. И для освоения энергии вибрации возвращает тонкую копию Сюзанны в систему, в ее систему биоробот-душа. Подключаю, синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется наилучшим образом. Готово. Хорошо, Вера, доставай свой ручной сканер, Плеяд. Поднимись над квартирой, просканируй ее, найди остальные порталы, которые еще не закрыты. Значит, санузел над унитазом. Над унитазом, под унитазом внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Эта стена была там, что-то типа арки. Готово. Хорошо. Дальше. Второй санузел – это пол души.
По всему периметру пола в душе открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Комната. Гостевая, левая стена. Под левой стеной внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Дальше. Это кухня. И где там? Окно. И под окном внизу на кухне открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. 5 порталов. Еще. Я не пойму, что это за комната, но здесь тоже ковер и тоже в полу портал. Он меньше, чем тот, который в зале. Хорошо. На полу внизу открывается в этой комнате воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. И он новый. Готово. Хорошо. 6 порталов. Ну, значит, все закрыли. Клетка ушла. И я даю команду искать. Защита действует, защита активирована. Готово. Мы ничего не забыли? Нет. Переносимся к входной двери. 1, 2, 3. И отключаемся от квартиры. И поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.